Сервис, он как секс. Ты должен заниматься сексом так, чтобы было хорошо в первую очередь тебе и во вторую очередь твоему партнеру. Вас много, я одна. Классическая фраза там советской кассирши, советского продавца. Сервис воспринимался как бремя, да, вот бегаете, я что-то должна вас обслуживать. Как раз мы вот в этой книжке рассказываем, что по большому счету к этому надо легче относиться. И индустрия сервиса, она в мире сейчас доминирующая. Если мы возьмем страны золотого миллиарда, там те же Штаты, это 70% экономики США, это сервисные услуги. В России гораздо меньше, там максимум, я думаю, процентов 10 наберется. Это и есть проблема нашей экономики, что надстройки вот современные, сервисные, да, услуги, их очень мало. Это именно анализ, размышления над нашим собственным опытом, который, ну, без лишней как бы скромности, можно сказать, весьма успешный. Не стремимся идти в популярной канве, что ты должен быть там клиентоориентирован, если ты там хочешь быть успешным, ты должен клиенту предлагать там лучший сервис или еще чего-то. Вообще вся книжка написана в концепции, ты делаешь что-то, что удобно тебе, удивительным образом это вдруг оказывается удобно и твоему потребителю. Если ты хочешь с ним хорошо коммуницировать, тебе самому должно быть приятно. Для широкого круга читателей. Начинающих бизнесменов, чтобы не тратить деньги, куда не надо их тратить. Для уже опытных бизнесменов, чтобы сверить, часы, да, вот я где в нужном направлении двигаюсь. Ну и для продвинутых бизнесменов, потому что у нас там, последний раздел книжки, это как раз вот эти вот высокоуровневые вещи, которые мы сейчас делаем в части вот инновационных сервисов, да, они не имеют какого-то вот устоявшегося контекста или практики российских. Ездим, смотрим по миру, ощущаем веяние и пытаемся здесь в России вот это реализовать. На нас многие смотрят, на нас многие равняются и нас многие спрашивают, а как стать такими же, как вы? Читайте. Там все написано.